После долгих холодов в Казани наконец наступит бабье лето. Комфортная погода наступит 23 сентября и продержится еще около 7-10 дней. Температурный фон будет на 4 градуса выше климатического. Дневные температуры будут достигать иногда до 19 градусов. Ночные, конечно, будут пониже, порядка 6-7-8. Будет хорошо выражен суточный ход, будет сухо. Это классическое бабье лето, и оно определяется антициклональной погодой. У нас будет антициклон и ветер южного направления. К слову, 22 сентября – день осеннего равноденствия, после которого день начнет убывать. Солнечное сияние ограничится, и это приведет к увеличению облачности и преобладанию пасмурной погоды вплоть до февраля. Диана Шленкова, Универньюз.